Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русских Иван. Я приветствую вас на канале Про Цветок. Сегодня мы будем заготавливать уксус из калины. Это довольно нетривиальный продукт приготовления калины в домашних условиях. Чаще можно встретить варенье, калину в замороженном виде, которая в течение зимы используется для приготовления компотов и киселей. В то же время приготовление домашнего уксуса из различных фруктов является очень занимательным процессом, а также очень полезным для здоровья, потому что домашний уксус является биотехнологическим продуктом, который содержит в себе не только все полезные вещества, ягод и фруктов, которые входят в его состав, но также и продукты метаболизма микроорганизмов, которые превращают различные субстраты в уксус, в уксусную кислоту. Уксусная кислота сама по себе также является полезной для здоровья. Миф о том, что уксус вреден, связан лишь с тем, что у людей с чувствительным желудком, чувствительных к высокой кислотности продуктов, могут возникнуть неприятные ощущения в области желудка, когда они потребляют вот такие вот кислые продукты, в том числе домашние квашения, соления и так далее. Для здорового же человека содержание уксусной кислоты в продуктах в нормальном количестве не является хоть сколько-нибудь опасным. В качестве основного субстрата для приготовления уксуса мы берем калину, ягоды калины. Калину я заготавливаю вот в таком вот виде. Для тех, у кого есть чувствительность организма к излишней терпкости таких продуктов, кому не очень нравится слишком терпкий вкус, могут оборвать ягодки и даже выдавить из них отдельно сок. Кроме того, снижению терпкости ягод способствует их предварительное замораживание. В этой связи выбирайте на свой вкус. Если вы заморозите ягоды и потом выжмите из них сок, вы получите наименее терпкий уксус. Если вы заготавливаете, как я, с веточками, с ягодками и косточками, без заморозки, то вы получите довольно терпкий уксус. При этом надо помнить, что эта терпкость является важным таким компонентом калинового уксуса и придает ему дополнительную пользу и такую дополнительную пикантность, которая отличает его от других видов домашнего уксуса, в том числе яблочного. Для того, чтобы приготовить уксус, мне понадобится вот такая вот калина, стертая блендером. Мне понадобится литр воды, литр вот такой вот калины примерно, и еще один такой занимательный продукт. Сейчас расскажу вам немного о самом процессе приготовления уксуса. В классическом варианте ягодное пюре или соки разбавляются водой примерно в 2 раза. На каждые 100 грамм ягодного пюре или фруктов добавляется от 50 до 100 грамм сахара. После чего эта система вся оставляется для брожения. В первую очередь в этом сусле заводятся дрожжи. Дрожжи осуществляют спиртовое брожение. Дело в том, что если дрожжам доступен кислород, они сбраживают сахара до углекислого газа и воды. Это тот самый процесс, который нам так важен при приготовлении дрожжевого теста. Если же дрожжи работают в толще воды, в этом случае они выделяют углекислый газ и этиловый спирт. По достижении определенной крепости этилового спирта, дрожжи в этой системе работать больше не могут. Они погибают, оседают на дно. И за дело принимаются уксусно-кислые бактерии. Если в этот момент не закупорить вино, то оно просто-напросто скиснет, превратится в уксус. Это то, что нам и надо. Уксусно-кислые бактерии используют для своей жизнедеятельности этиловый спирт. Концентрация этилового спирта в этой системе для того, чтобы уксусно-кислые бактерии работали, не должна превышать 12 объемных процентов. 10, 9, 7, 6, вот такие вот цифры. При том, когда фрукты сбраживаются натуральными дрожжами, дикими дрожжами, которые попадают из воздуха, крепость продукта обычно не бывает выше 9 градусов. Это как раз те самые объемы, которые необходимы для хорошей работы уксусно-кислых бактерий. Однако же, когда дрожжи работают в сусле, дикие дрожжи, в этом случае есть достаточно большой риск, что они, кроме этилового спирта, насинтезируют также и амиловый спирт, и метиловый спирт, которые являются очень вредными для нашего организма. Несмотря на то, что метиловый спирт в
при нормальном таком обыкновенном дрожжевом брожении образуются не в таких больших количествах, регулярное потребление продуктов, содержащих метиловый спирт, является очень неблагоприятным. Вступая в реакцию в нашем организме, он превращается в очень токсические вещества. Поэтому я иду другим путем. Кроме того, я не очень люблю добавлять лишний сахар в продукты. В этой связи мне понадобится субстрат для того, чтобы запустить работу уксусно-кислых бактерий. С этой целью я буду использовать вот такой 40% раствор этилового спирта, очищенного, промышленно приготовленного. Конечно, он может стоить некоторых денег. Однако же и сахар тоже не бесплатный. В любом случае, если вы приготавливаете этот продукт в большом объеме, и это накладно вам по деньгам, вы можете выбрать либо вариант с дрожжевым брожением, либо вариант с добавлением спиртового раствора. На 1 литр такого пюре фруктового мне понадобится пол-литра спиртового раствора. Я его полностью сюда выливаю. Для того, чтобы довести концентрацию этилового спирта до необходимых величин, я еще сюда добавляю 1 литр воды. Таким образом, раствор этилового спирта 40% разбавится в 4 раза, и у меня получится такая необходимая мне концентрация в примерно 10% этилового спирта вот здесь, в этом растворе. Вот он как раз и является самым комфортным для работы уксусно-кислых бактерий. Уксусно-кислые бактерии выдерживают достаточно высокую кислотность раствора. Многие говорят о том, что вино вот из калины не получается, она не бродит. Это правда, она не бродит, или по крайней мере тяжело очень бродит, даже с добавлением дрожжей, в связи с тем, что у нее очень высокая кислотность и низкое содержание сахара. Соответственно, если добавить сахар, она начнет бродить, но только в том случае, если по крайней мере калиновый сок разбавить 2 раза водой. Уксусно-кислые бактерии не боятся такого высокого содержания кислот, однако же для начала уксусно-кислого брожения им здесь не хватает субстрата. Вот этот субстрат в виде этилового спирта мы сюда и добавили. Ну, это кроме того, что многие люди сейчас опасаются продуктов дрожжевого брожения, избегают их, в том числе дрожжевого хлеба. Таким образом, вот в этой системе мы создаем самые благоприятные условия для развития уксусно-кислых бактерий. Для того, чтобы они сюда попали из воздуха, но они на самом деле также есть и на поверхности самих ягод, чтобы здесь все начало как следует работать, я на 2-3 дня оставляю вот эту банку ничем не закрытой, для того, чтобы туда эти бактерии попали. Высокая кислотность этого раствора не позволит там размножаться посторонним бактериям, а достаточное содержание этилового спирта не позволит этому раствору забродить дрожжевым брожением. Но даже если дрожжевое брожение здесь по какой-то причине начнется, оно довольно быстро остановится, и опять же в игру вступят уксусно-кислые бактерии. Для того, чтобы уксусно-кислые бактерии хорошо развивались, необходимо оставить эту банку в покое. Почему? Потому что вот в такой системе даже, представьте себе, 10-секундное ограничение возможности доступа уксусно-кислых бактерий к воздуху уже практически их убивает. Уксусно-кислые бактерии абсолютно очень сильно зависимы от содержания кислорода. Поэтому после начала приготовления этого продукта взбалтывать и перемешивать этот раствор не нужно. Постепенно вот эта мезга, она пропитается водой, соединится с водой и постепенно осядет на дно. А здесь на поверхности начнет образовываться специфический слизистый налет. Это будет означать, что наши бактерии здесь начали как следует работать. Вот этот вот налет слизистый, он может утолщаться и до значительных величин, называется уксусная матка. Или вот этот слой уксусно-кислых бактерий, который нам и нужен. Дело в том, что по состоянию вот этой уксусной матки можно будет судить о том, готов наш уксус или нет. Уксусно-кислые бактерии настолько зависимы от кислорода воздуха, что они выделяют специальную целлюлозу. Эта целлюлоза захватывает пузырьки воздуха для того, чтобы вся эта система в жидкости была исключительно на поверхности. Чем активнее работает гриб, тем больше синтезируется целлюлозы, тем больше захватывается воздуха. Как только здесь, в этой системе,
весь этиловый спирт выбраживается, и кислотность поднимается до больших величин, работа уксусно-кислых бактерий прекращается. Это можно определить потому, что сам вот этот вот гриб, можно сказать, ну почти чайный гриб, потому что вот эта уксусная матка, это почти чайный гриб, только чайный гриб еще заселяет уксусную матку, там почти десяток других микроорганизмов туда заселяется. А вот при первоначальном приготовлении это все-таки преимущественно уксусно-кислые бактерии. Так вот, эти уксусно-кислые бактерии в этом желе, в такой медузе, начинают опускаться либо один край, либо полностью. Это означает, что образование целлюлозы больше не происходит, и пузырьки больше не образуются, поэтому вот эта медуза не находится на плаву. По этому признаку вы увидите, что уксус ваш полностью готов. Вкус этого уксуса очень кислый, действительно кислый, то есть это по-настоящему уксус. Содержание уксусной кислоты в нем при 10% содержании этилового спирта может достигать 6-7%. Это много. Ну, так сказать, в худшем случае это 5%, так как в промышленном яблочном уксусе. Таким образом, этот уксус можно употреблять только в разбавленном виде. Вы можете им приправлять различные блюда, делать маринады. Вы можете по чайной ложечке на стакан воды его разбавлять для ежедневного питья или периодического. Вы можете промывать им волосы, можете умывать лицо, можете полоскать горло, можете использовать его во всех случаях, когда использование вот такого домашнего полезного уксуса является рациональным и полезным. Что ж, мы не заканчиваем на этом наш разговор об уксусе, об уксусно-кислых бактериях, об уксусно-кислом брожении. Продолжим его тогда, когда здесь заведется уксусная матка, и посмотрим, что дальше с этим делать. На этом я с вами прощаюсь. Всего хорошего!